Более 150 школьников отправились за новыми впечатлениями и эмоциями на ежегодный туристский слет. В течение 3 дней ребят проверяли на выносливость и сплоченность. Они жили в палатках, готовили еду на костре и проходили различные испытания. 8-километровый поход с элементами туристического маршрута, веревочный курс, туристическую полосу препятствий и ночное ориентирование. Мне сказали: ну давай попробуешь, не узнаешь, не попробуешь. И я такая: ладно, давайте. И это, наверное, было самое лучшее мое решение в жизни, потому что столько эмоций я никогда не получала за такой короткий период. Это и ночные подъемы, это и ориентирование, и походы на длинные расстояния. Мне было очень интересно, и я хочу сюда еще раз вернуться. Больше всего понравилось, конечно, ночное ориентирование, потому что это как бы спонтанно, мы все спим в палатках, спокойно все, а нас вот тут вызывают подъем. Все, мы побежали на старт. Наша команда испугалась, мы подумали, что пожар, нужно уходить. В походе очень было весело, потому что были так называемые КП, которые мы выполняли различные задания. Было и сложно, и легко в одно время. Мне очень все запомнилось. Наша команда была очень слаженно работала. У нас был конкурс плакаты, какое у нас построение вначале было. Участников и команды, показавшие высокие результаты, наградили грамотами и призами. Первое место заняла команда «Чемпионы школы номер 12», второе – «Роты школы номер 24», третье – «Литвинова школы номер 27». Евгения Корыцкая, Владислав Реус, Щелковское телевидение.